все, ложимся спать. Завтра утром прощание с Байкалом. И автобус до Иркутска. Спокойной ночи, пацаны. Ну что, друзья, 8 сентября, 7 утра. И все, через 2 часа мы уезжаем в Иркутск. Вот своего рода расставание с Байкалом. Ну вот, друзья, мы покидаем Ольхон, Хужир, опять вот на этом вот Форде Транзите, в таком маршрутном автобусе. Билет стоил 510 рублей, но так как мы покупали заранее, еще плюс 17 предпродажи. И вот такой вот приходит номер СМС. С номером места и номером заказа. Все, по-современному, через интернет. Так что вот, ехать 5,5 часов. Снова, друзья, как и по дороге туда, уже целая остановка на покушать. Это вот кафе. Так, друзья, обед в дороге. Посмотрите, суп бухлёр. Не знаю, что это, но попробуем. Жареные козы, салат «Цезарь» и лагман. Да все, за это заплатили 410 рублей. Порции большие, тепленько, горячо. Сейчас будем пробовать. В общем, бухлёр – это что-то типа шурпы. Только здесь без морковки. Просто два куска картошки и много-много мяса баранины. Ну и бульон. Все. Ну вот, отобедали мы здесь. Кафе «Жемчуг». 130 километров до Иркутска. Поехали. Ну все. Прибыли в Иркутск. Ехали, как полагалось, 5,5 часов. А здесь жара. Едем на вписку в хостел. Хостел находится рядом с аэропортом. Едем на общественном автобусе. Проезд стоит 15 рублей. Ну, собственно, вот этот хостел. Ну вот, зарегистрировались. Живем мы на 4 этаже. Без лифта. Классика жанра. Ну что, идем. Вот наш номер. Оп. Оп. Сглазный. Со столом, со стулом, пешек. Все круто. Ну что, друзья, у нас снова 13 номер. Хостели Браво. Хороший номер, хороший хостел. Номер обошелся нам 1300. А сейчас идем есть позы. Да, кстати, самое главное, этот хостел находится в 50 метрах от аэропорта. Так что завтра мы быстренько туда дойдем и улетим. Все, приятного нам аппетита. Ну, собственно, вот в сетевуху поздних мы идем. Опять с этим узкоплёночным китайцем. Неплохие там позы делают. Сейчас еще раз их поедим. Так, собственно, позы-бузы. Это вот рубленые
с рубленым мясом, это вот обычные. Эти стоят 50 рублей, эти стоят 43 рубля. Пробуем. С рубленым мясом я еще не пробовал. Сейчас отведаем. Вот как она выглядит внутри. Это рубленная поза. Ну ничего так. В принципе, и те очень хороши. Я даже не сказал бы, что она прям огонь. В том плане, что отличается от этой. Она, в принципе, огонь, что вкусная, но обе вкусные. Так что попробуйте. Mm-hmm.